Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, Господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что вы. К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт! А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат, и лучше не спрашивать. Черт! Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Вы ведь не против, что я иду с вами? Лишь бы не путались под ногами. Соня? Боннер! Кажется, я понял, в чем дело. Тихо! Боюсь, они рядом! Назад! И раскинемся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. Буэнос диас, сеньор. Вы опоздали. Да, сэр, да. Прощения просим. Нас задержал капитан. Сатурата вентрес флуктус аптарриуку. Луака. Писа хэнтирун. Как его капитан? Мендоса? Да, он будет рад. Только он должен явиться на повешение, сеньор. Правда? Я люблю казнь. И я, как колокол, позвонят, пора. Пойдем. Рапидо, стай, мисбо! Прекрасно. Особенно, если Мендоса участвует. Он со мной еще за работу не расплатился. Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично. Начнется казнь. Главное, не мешать. Да, вперед. Уже почти. Oh.
Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь... Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си, си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Por el delito de motín contra tu capitán, el tribunal te sentencia a morir en la horca. Да, ну а сахар с Барбадоса, высший сорт, мы доставили его. Вчера сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет. Капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой, вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор, это Эль-Тибурон, он человек губернатора. Отвлеки их. Soy toda una encantadora de serpientes. Why
bueno. ¡Alto! No creas que nos despistarán. No escaparás tan fácilmente.
llegado la hora. Thank you.
С сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Ха, разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключение. Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Эй, Боннет. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. А, тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался.